Здравствуйте. Здравствуйте. Так, меня слышно, да? Так, экран виден? Да, все видно. Все видно, да? Итак, мы сегодня переходим к рассмотрению другой, ну, второй главы, вот, которая называется «Система линейных алгебраических уравнений». И лекция у нас сегодня пятая. Значит, глава очень важная, поскольку вы должны научиться решать системы. Как это делается, мы с вами вот начнем изучать буквально сегодня. Итак, значит, первое. Ну, я параграфы буду продолжать, как и в первой главе, дальше продолжу. Значит, у нас параграф в настоящее время будет шестой. Значит, решение систем линейных алгебраических уравнений. И первый пункт этого параграфа – основные понятия и теорема Крамера. Ну, то есть метод Крамера – это один из методов решения систем. Так, значит, определение 6.1. Система M уравнений относительно N неизвестных такого вида, ну, вида 11, называется системой M линейных алгебраических уравнений с N неизвестными. Ну, мы будем кратко, поскольку это длинная формулировка, будем кратко записывать аббревиатуру SLAU. При этом данные числа А и Ж заданы, и они являются, называются коэффициентами системы. Б и Ж, то есть вот эти вот числа, будут называться свободными членами. Значит, и меняется в нашем случае от единицы до М, а Ж меняется от единицы до М. Далее замечание 6.1. Запись 11 называется поэлементной, а записи либо вот такие, где у нас коэффициенты взяты как вектор столбцы, и правая часть то же самое, то есть когда у нас свободный член тоже будет. Или вот в таком виде. В первом случае это будет векторная запись, второй вид – это матричная. Ну, иногда бывает нам не обязательно расписывать поэлементно, а важно, чтобы здесь, ну, понятно было, да, какая система рассматривается. Поэтому чаще всего будем использовать вот матричную запись. Ну, в данном случае это означает, что у нас матрица А – это матрица, состоящая из элементов А1,1, А1,n, АМ1, МН. Ну, если ее рассмотреть как матрица, состоящая из векторов столбцов, то запись будет вот такая, матрица А. А если через векторы строк, то будет, можно записать кратко вот в таком. При этом x – это вектор из неизвестных, вектор x, вектор столбец. И вектор столбец b – это вектор из свободных членов. Значит, вот такие записи будут у нас использоваться. Пожалуйста, записывайте. И будем дальше двигаться. Что-то у нас каждым днем все меньше и меньше. У нас сегодня тема напряженная, поэтому если можете, побыстрее записывайте, чтобы нам все успеть.
Так, не записали? Нет. Recording in progress. Так, шестой параграф – это вот методы решения систем линейных алгебраических уравнений. Значит, как я сказал, уже первый метод – это метод Крамера. Ну, он основан на теореме Крамера, которую мы будем изучать сегодня. Значит, фактически три вида записи системы, да, поэлементная, векторная и матричная запись. Так, мы что, записали? Да. Тогда идем дальше. Пример. Значит, вот у нас дана система двух уравнений с тремя неизвестными. Ну, как ее решать, и вот дальше мы все это узнаем. Пока только вот вид системы. В данном случае это поэлементная запись. Далее определение 6.2. Система линейных алгебраических уравнений 11 называется однородной, в скобочках неоднородной, если вектор из свободных членов равен нулю, это будет однородная, и если b не равно нулю, не нулевой вектор, то это будет неоднородная. Следующее определение 6.3. Вектор-столбец альфа с элементами, с координатами альфа 1 и так далее, альфа n, называется решением системы линейных алгебраических уравнений 11, ну, 2 штриха, а его координаты решением системы 11 или 11 штрих, если при подстановке этого вектора вместо вектора x в 11, 2 штриха, получаем правильное векторное равенство. Ну, то есть тождественные слова равенства. Так, определение 6.4. Любое решение системы линейных алгебраических уравнений 11 при фиксированных альфа жидких называется частным решением этой системы. Далее определение 6.5. Значит, решение системы линейных алгебраических уравнений 11 вида, то есть когда решение зависит от некоторых постоянных. Ну, постоянные имеется в виду над множеством действительных чисел. При этом количество постоянных может быть либо одно, либо, ну и меньше, чем n. То есть p меняется от единицы до n. n не включается. ck, t, константы из r, как я уже сказал. Тогда это решение называется общим решением, если выполнены следующие условия. Первое условие. При любых константах ck из r координаты вектора альфа являются решениями системы 11. Второе. Для любых частных решений альфа-штрих существует константа, ну, имеется в виду частные решения системы 11. Существуют константы c-штрих-кт
из R. К меняется от единицы до P. Такие, что альфа, вот это заданное заранее частное решение, может быть получено из общего решения при вот этих константах найденных. То есть частное решение может быть получено из общего, подставляя в него найденные константы. Значит, вот тогда по определению 6.5 такое решение называется общим. То есть обязательно общее решение должно содержать константы. Ну, что могу сказать? Значит, эта глава самая простая из всех остальных, которые будут. Поэтому ее, в общем, несложно будет. Но, тем не менее, можете передать тем, кто не ходит. В общем, готовиться к экзамену будет очень сложно. Те, кто не ходит. Они ходят, смотрю, третья часть потока. Значит, вот с первого раза вряд ли они сдадут. Могу сразу предупредить. Так, как дела? Записали? Нет, можно еще чуть времени. Чуть-чуть, да, хорошо. Скажите тогда. Как запишите? Так, а сейчас записали? Да, записали. Так, идем дальше. Следующее определение. Определение 6.6.
Если у системы линейных алгебраических уравнений 11, первое, существует единственное решение, то такая система называется определенной. Второе, если существует более одного решения, то система 11 называется неопределенной. И третье, когда решений у системы не существует, такая система называется несовместной. При этом в случае 1 и 2 системы 11 в общем случае называются совместной. Значит, если выполнено первое и второе условие, значит, система совместна. А потом они распределяются либо определенные, либо неопределенные. Значит, определенные, когда единственное решение, неопределенное, когда много решений. Ну, в частности, больше одного. Так, замечание 6.2. Решить систему 11 значит либо установить ее несовместность, либо для совместной системы найти все ее решения. Так, далее определение 6.7. Две системы линейных алгебраических уравнений называются эквивалентными или равносильными, если множество их решений совпадает. Далее, пример 6.2. Система x плюс 1, x1 плюс x2 равняется единице, и x1 плюс x2 равняется нулю, эквивалентно системе 0x1 плюс 0x2 равняется единице. Почему они эквивалентны? Ну, поскольку их множество является пустым. То есть у этой системы решений нет, и у этой системы решений нет. Значит, в этом случае они будут эквивалентны. Так, ну и вот теорема 6.1, важная теорема, теорема Крамера, которой как раз мы найдем, ну, будет показан метод, как находить решение этой системы. Решение системы 11. Итак, пусть у системы линейных алгебраических уравнений матрица А является квадратной, то есть количество уравнений и количество неизвестных совпадают. И эта матрица не выражена. Что значит невыраженно? То есть определитель этой матрицы, равный дельта, отличен от нуля. Тогда существует единственное решение этой системы, альфа с координатами альфа 1 и так далее, альфа к, альфа n, где альфа к т вычисляется по следующей формуле, формула 12. Значит, дельта к т делить на дельта. Ну, дельта – это вот этот самый определитель матрицы А. А что такое дельта К? Это значит следующее. Значит, для любого К от единицы до n, а дельта К – это у нас определитель матрицы, у которой вместо К-того столбца стоит столбец из свободных членов. То есть все остальные столбцы – это столбцы матрицы А, кроме одного. К-тый столбец заменен столбцом из свободных членов. Значит, вот такое. Значит, тогда решение будет, ну, координаты решения будут вычисляться вот по такому, по такой форме. Ну, теорему сформулировал, дальше будет доказательство.
Так, записали? Можно еще минуту. Не слышу. Еще нет. Угу. Значит, обращаю ваше внимание, что здесь матрица А квадратная, то есть количество уравнений и количество неизвестных должны совпадать. Иначе в противном случае у нас определители не будут существовать. Так, как сейчас? Записали. Записали. Так, хорошо. Значит, итак, доказательство этой теоремы. Как я уже сказал, предположим, что определитель матрицы отличен от нуля, то есть равен дельта и отличен от нуля. Тогда существует обратная матрица, матрица А в минус первой. И рассмотрим следующими. То есть тогда альфа мы можем записать в таком виде. Альфа на А в минус равняется А в минус первой на Б. Ну, решая фактически матричное уравнение. Теперь первое. Докажем, что альфа является решением данной системы. То есть подействуем матрицей А на этот вектор. Мы получаем тогда А на А в минус первой на Б. Если мы используем закон ассоциативности для произведения матриц, у нас будет А на А в минус первой на Б. Единичная матрица в скобках, умноженная на Б, это и есть Б. То есть таким образом мы показали, что А действует на данный вектор и получаем вектор Б. То есть это и есть решение нашей системы. Ну, начало и конец цепочки равенства доказывает наше предположение. Так, далее. Единственность докажем от противного. Предположим, что у некоторой системы существует два решения. Альфа и альфа с волной. Рассмотрим их разность. Альфа минус альфа с волной. И вычислим следующее соотношение. То есть А умноженное на разность альфа минус альфа с волной, мы получаем тогда в силу определения, как у нас работает произведение матрицы на число, на вектор, то есть А на, А на альфа минус А на альфа с волной. В том и другом случае, поскольку альфа и альфа с волной решение неоднородной системы, у нас будет B минус B, B минус B, и равняется это нулевому вектору. Тогда для начала и конца цепочки равенства мы получаем, что А, действуя на вот эту разность, дает 0. Тогда подействуем на вот это равенство обратной матрицей. В этом случае мы получаем, что матрица, ну, на левую и правую часть, здесь у нас будет А в минус первой на А, это будет единичная матрица, значит, остается только А минус альфа,
альфа минус альфа с волной, а справа а на минус первое на ноль, нулевой вектор дает нулевой вектор. Или, иными словами, отсюда получаем, что альфа равняется альфа с волной. Что противоречит предположению? То есть мы предположили, что эти два в смысле решения должны быть разные, а мы получили, что они совпадают. Это противоречие. И, наконец, третий шаг. Мы должны получить формулу 12 из следующего. Итак, наше решение А альфа, значит, распишем его как столбец, и тогда мы получаем следующее. То есть это этот самый вектор альфа. Далее, как мы уже получили вот здесь при доказательстве, что альфа есть А минус первое на Б, мы можем записать следующее. Ну, А минус первое, вспоминаем формулу, это будет единица, деленная на дельта, и здесь у нас будет матрица из алгебраических дополнений. Причем алгебраические дополнения у нас ставятся как транспонированная матрица к элементам этой матрицы А. Тогда у нас получается вот это выражение умножается на вектор B с координатами B1 и так далее. B. Далее, теперь давайте раскроем вот это. То есть мы должны взять произведение первой строки на столбец. Значит, G от единицы до N, алгебраическое дополнение G1 на B житые. Дальше и так далее. И, наконец, в катой строке у нас стоит сумма по G от единицы до M, а G катая на B житые. И так далее. То есть, иными словами, здесь у нас что такое стоит? У нас стоит дельта 1, то есть это у нас алгебраическое разложение по первой строке, здесь по ката и так далее. А это означает тогда, что здесь, и в этой строке стоит вектор B. Житый, да? Это значит, что у нас первый элемент – это есть дельта 1, деленное на дельта. В катой строке у нас дельта катая, деленное на дельта. И в n-ной строке дельта n-ное на дельта. Это есть как раз, если мы катую строку возьмем, это и есть формула 12 по катой строке. Если k меняется от единицы до n, то как раз это и будет выражение формулы 12. Так, далее. Рассмотрим пример 6.2. Требуется решить систему такую. x1 минус x2 равняется единице, x1 плюс x2 равняется 3. Начнем с того, что вычислим определитель этой матрицы, точнее матрицы системы. Он будет равен 2. Это значит, что определитель не равен 0, дельта не равно 0. Вычислим теперь дельта 1. То есть мы должны вместо столбца первого поставить столбец из свободных членов. То есть вот оно. Подставили, посчитали определитель, это t будет 4. Дельта 2, значит, теперь заменяем второй столбец на столбец из свободных членов. Это будет 2. И тогда мы получаем силу формулы 12. Альфа 1 будет равно 2, альфа 2 равно 1. Итак, получаем решение в таком виде. Вектор альфа, вектор столбец, будет состоять из двух координат, то есть 2, 1. Вот это решение нашей системы. Так.
Ну и так, значит, я уже вот на примере показал, значит, как это, как метод решения, используя теорему Крамера. Значит, он заключается в том, что находится определитель матрицы системы, а затем определители, которые, ну, вот эти дельта 1, дельта 2 и так далее, дельта k. Так, записали? Да. Идем дальше. Так, далее другой способ. Это для произвольных систем. Значит, метод Гаусса решения систем линейных алгебраических уравнений. Итак, в чем он заключается? Рассмотрим систему линейных алгебраических уравнений 11. Ну, я ее запишу в матричной форме. И матрицу этой системы, то есть матрица А, и расширенную матрицу этой системы, где у нас слева находится матрица А,
А справа дополнительно еще столбец из свободных членов. То есть это будет выглядеть таким образом. Если вектор, как вектор в столбце записать, будет вот такая матрица. Далее. Определение 6.8 такое. Элементарными преобразованиями системы линейных алгебраических уравнений называется элементарное преобразование строк расширенной матрицы А с крышечкой. Замечание 6.2. Элементарное преобразование переводит в систему линейных алгебраических уравнений 11 в некоторую систему любое решение, которое является решением этой, ну, предыдущей системы 11. И наоборот, любое решение системы 11 будет решением преобразованной системы, то есть эти системы эквивалентны. Значит, то есть элементарное преобразование переводит систему 11 в эквивалентную ей. Итак, метод Гаусса состоит в следующем. В том, что матрица расширенная А приводится элементарными преобразованиями к трапециевидной матрице Q на R-том шаге следующего вида. То есть у нас получается матрица вот в таком виде, где у нас на главной диагонали стоят единички до какого-то момента, ну а дальше стоят нули. Этой матрице соответствует система следующих уравнений. Ну, какие это на следующем слайде. Ну, это тот самый метод, метод Гаусса, которым мы пользовались, помните, когда вычисляли ранг матриц. Ну, вот здесь то же самое. Тот же самый метод. На занятиях мы тоже уже пользовались им. Ну, правда, мы не называли его методом Гаусса, но говорили метод элементарных преобразований. То же Так, записали? Нет, можно еще минуту?
Так, а сейчас? Не слышу. Да, записали. Так, итак, этой матрице будет соответствовать следующая система. Система будет вот таких уровней. Значит, смотрите, что тут у нас важно. Здесь появилась волна у неизвестных x. Из-за того, что мы можем переставить столбцы и поменять нумерацию. То есть у нас вот x1, может, это было x3, да? Но когда мы поменяли, мы дали номер 1 и так далее. Поэтому здесь вот появилась волна у иксов. Вот. И заметьте, что начиная с r плюс 1 уравнения, у нас слева стоят нули, умноженные на иксы, а справа b. Значит, ну я уже вот сказал, где x это неизвестный, полученный при необходимости, ну, в случае необходимости, после перенумерации неизвестных x1, x2, x. Вывод 6.1 важный. Если существует номер i, который вот здесь от единицы от r плюс 1 до m, такой, что b, r, i, t, b, i, нулевое на r-том шаге не равна нулю, тогда система 11r, вот это, будет несовместна. Но действительно, у вас получится слева 0, а справа не 0. Поэтому в данном случае вывод такой. Второе, что можно сказать, что если все b и на r-том шаге равны нулю, при всех и от r плюс 1 до m, то тогда система будет совместна. При этом систему 11r можно переписать в таком виде, то есть отбросив последнее r, ну, от r плюс 1 до m. Останется вот в таком виде. И в данном случае у нас будет такое. Слева будет только иксы до r-того шага, до r-того номера, а все остальное мы перенесли направо. Поэтому здесь x1 и так далее, xr называются главными, которые слева находятся, а с x-волной r плюс 1 и до xn это будут свободными неизвестными. При этом, значит, что мы... А, если теперь r равняется n и меньше либо равно, чем m, то тогда система будет определенной. То есть количество неизвестных совпадает с количеством уравнений. Если же r меньше, чем n, то тогда система 11r будет неопределенной. То есть у нее будет бесконечно много решений. Так, ну вот, пожалуйста, переписывайте и сделаем перерыв 5 минут.
Так, успели записать? Молчание. Ну, хорошо. Значит, итак, мы, используя метод Гаусса, свели к системе вот такого вида эквивалентной. Да? Ну и далее, рассматривая пункт 1, значит, здесь будет несовместность. В пункте 2 система будет совместна. И при условии, если в системе 11R количество уравнений совпадает с количеством неизвестных, это будет определенная система. Если же количество уравнений будет меньше, чем число неизвестных, то тогда эта система будет неопределенной. Так, ну и далее давайте рассмотрим пункт 6.2. Теорема Кронекера-Капелли и ее следствие и геометрическая интерпретация. Итак, вернемся к системе линейных алгебраических уравнений 11. Теорема 6.2. Теорема Кронекера-Капелли. Система линейных алгебраических уравнений 11 совместна тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы совпадает с рангом системы, то есть с рангом матрицы А. Значит, это получилось у нас, поскольку необходимо и достаточно, это значит критерий, да? То есть теорема Кронекера-Капелли – это и есть критерий. Так, ну и доказательство этой теоремы. На основании вывода 6.1 система линейных алгебраических уравнений 11R совместно в том и только в том случае, если у нас все B и на R-том шаге равны нулю, когда I меняется от R плюс 1 до R. А это означает, что ранг расширенной матрицы на R-том шаге совпадает с рангом расширенной матрицы, вернее, матрицы А на R-том шаге. Но ранг матрицы не меняется, как мы уже сделали вывод, при элементарных преобразованиях матриц. Тем самым мы получаем, что ранг матрицы расширенной совпадает с рангом матрицы А. Так, далее следствие 6.1. Система линейных алгебраических уравнений 11 несовместна тогда и только тогда, когда ранг расширенной матрицы будет больше, чем ранг матрицы. Ну, меньше он быть не может, он может быть только больше. Доказательство проведем от противника. Необходимость. Предположим, что система линейных алгебраических уравнений 11 несовместна, но тем не менее ранг расширенной совпадает с рангом матрицы. Тогда на основании теоремы 6.2, то есть теоремы Кронекера-Капелли, система 11 должна быть совместной. А это противоречит предположению. Итак, в этом случае ранг расширенной больше, чем ранг А. Далее. Достаточность. Пусть ранг расширенной больше, чем ранг матрицы А, но система линейных алгебраических уравнений 11 совместна. Тогда в силу теоремы, опять же, Кронекера-Капелли, ранги должны совпадать, что противоречит предположению. Следовательно, система 11 является несовместной. Итак, следствие 6.1 доказано.
Так, записали? Еще нет. Так, а теперь? Не слышу. Да. Так, ну идем дальше. Так, далее рассмотрим пример. То есть геометрическая интерпретация. Значит, рассмотрим систему вот такого вида. Значит, это у нас с геометрической точки зрения следующее. Одно уравнение, которое описывает некоторую прямую L1, и второе, описывающее прямую L2. Уравнение, значит, эти уравнения рассматриваются на плоскости, то есть в R2. Итак, что у нас возможно? Значит, ну вот первое уравнение – это второе уравнение прямой. Если исследуем данную систему, значит, предположим, что ранг из коэффициентов здесь равен рангу матрицы при неизвестных, да? И равен двум. Это означает, в силу вывода 6.1, что данная система имеет единственное решение. А с геометрической точки зрения это означает, что прямые L1 и L2 пересекаются в одной точке. Это первое. Второе. Предположим, что ранг расширенной матрицы совпадает с рангом матрицы системы и равен единице. На основании вывода 6.1 данная система имеет бесконечное множество решений. С геометрической точки зрения это означает, что L1 и L2 прямые совпадают. Ну и, наконец, последний случай. Пусть ранг расширенной матрицы больше, чем ранг матрицы системы, то в силу вывода 6.1 данная система не имеет решений.
А это означает с геометрической точки зрения, что прямые L1 и L2 параллельны. Значит, вот геометрическая интерпретация. Значит, на примере. Ну, если есть вопросы, задавайте. Так, записали? Нет, можно еще чуть времени. Можно вопрос? Да. А у нас получается, если число уравнений будет меньше, чем число неизвестных, то получается сразу бесконечное число решений? Конечно. Конечно. У вас получится одна неизвестная главная, вторая свободная. И свободное и неизвестное вы можете придавать какое угодно число, значение. Поэтому будет бесконечно много решений. Так, записали? Списали. Так, далее рассмотрим однородные системы линейных алгебраических уравнений, то есть уравнения, у которых свободный вектор, вернее, вектор из свободных переменных будет равен нулю. Ну, значит, параграф, вернее, пункт 7.1. Свойства решения однородной системы линейных алгебраических уравнений, к
критерий наличия нетривиальных решений однородной системы линейных алгебраических уравнений. Итак, рассмотрим однородную систему M линейных алгебраических уравнений с N неизвестными. Так, обозначать такую систему мы будем с ноликом, да, то есть нолик это указывает на то, что у нас в правой части стоит ноль, вектор нулевой. Или в матричной форме это будет выглядеть вот так, в таком виде. Значит, матрица системы, умноженная на вектор столбец x, и равняется это вектор столбцу нулевому. И это будет у нас 11, 2 штриха, где А – это есть матрица системы 11, 0, которая, ну, у которой М строк и Н столбцов. Замечание 7.1. Однородная система линейных алгебраических уравнений 11, 0 всегда совместна. Почему? Ну, поскольку у нас нулевой вектор всегда является решением этой системы. То есть вектор, состоящий из нулей, подставляете сюда, будет давать тождество. И это решение называется нулевым или тривиальным. Если же у системы 11.0 существует решение, не равное нулю, то оно называется нетривиальным. Так, ну вот такие пока понятия. Так, записали? Так, не слышу. Могу я дальше двигаться? Да. Так, лемма 7.1. Пусть альфа 1 и так далее, альфа к. Произвольное решение однородной системы линейных алгебраических уравнений 11.0. Тогда для любых постоянных c1 и так далее, ck из r, вектор такого вида, вектор столбец y,
равной линейной комбинации этих решений является тоже решением системы 1.2. Пусть, итак, доказательство, пусть альфа 1 и так далее, альфа к произвольные решения системы, ну, к произвольных решений системы 1.2. Рассмотрим вектор, где он есть линейная комбинация с помощью констант c1, ck и этих решений. Вычислим, чему равно a на y произведение. Значит, в этом случае, подставляя вместо y его значение, мы получаем, поскольку константы c можно вынести за, ну, за матрицу, а матрица произведения ее на каждое из решений дает 0. Поэтому в сумме это тоже будет нулевой вектор. Или, другими словами, у нас начало и конец цепочки равенств доказывают данную лемму. Так, следствие 7.1. Если альфа не нулевое решение однородной системы 1.0, то у данной системы существует бесконечно много решений. Ну, действительно, докажем. Пусть альфа не нулевое решение системы 1.0, тогда в силу леммы 7.1 для любой константы c из r, не равной нулю, вектор альфа y с волной, вектор столбец, равный c на альфа, есть также решение системы 1.0. Ну а поскольку c бесконечно много, то в данном случае и решений будет бесконечно много. Так, это следствие. Далее теорема такая, теорема 7.1. При n, то есть при число, если число неизвестных меньше, чем количество уравнений, то у однородной системы линейных алгебраических уравнений 1.0 существует единственное решение альфа равное нулю. В том и только в том случае, когда ранг матрицы равен n. То есть, когда число, когда ранг матрицы равен числу неизвестных. Доказательство. Значит, равенство расширенной матрицы и матрицы А равен n из условия. Это возможно в том и только в том случае, когда однородная система 1.0 совместна. А поскольку ранг равен матрице А и равен n, то есть числу неизвестных, меньше либо равно, чем n, согласно выводу 6.1, это возможно в том и только в том случае, когда система определена, система 1.0. То есть существует единственное решение, а оно есть тривиальное у однородной системы 1.0. Тем самым теорема доказана.
Так, ну что, записали? Еще нет. Так. Записали? Нет, еще. Не слышу. Еще нет. Еще нет. Что долго. Так, и сейчас. Записали. Записали. Так, хорошо. Так, далее теорема 7.2. Однородная система линейных алгебраических уравнений 1.0 имеет нетривиальное решение тогда и только тогда, когда ранг меньше, чем ранг матрицы А меньше, чем n. Доказательства проводим от противного. Предположим, что однородная система имеет решение нетривиальное, но ранг матрицы А равен n. Тогда по теореме 7.1 решение должно быть нулевым, что противоречит предположению нашей теорема. Следовательно, ранг матрицы А должен быть меньше, чем n. Достаточность. Предположим, что ранг матрицы А меньше, чем n, но система имеет единственное решение тривиальное. Тогда по теореме 7.1 ранг должен быть равен n, а это противоречит предположению. Значит, от противного мы тем самым доказали. Следствие 7.2. Однородная система линейных алгебраических уравнений 1.0, у которой число уравнений меньше, чем число неизвестных, имеет нетривиальное решение. По теореме о ранге матрицы, ранг матрицы А меньше чем, либо равен m, но m меньше, чем n. Следовательно, ранг матрицы А меньше, чем n. А по теореме 7.2 система 1.0 должна иметь нетривиальное решение. И, наконец, следствие 7.3. Однородная система линейных алгебраических уравнений, у которой число неизвестных равно количеству уравнений, и определитель матрицы имеет нетривиальное, и определитель матрицы равен нулю. Тогда в данном случае такая система будет иметь нетривиальное решение. Доказательство. Поскольку m равно n,
то есть матрица квадратная, определитель равен нулю. Это означает, что ранг этой матрицы будет меньше, чем m. А значит, что ранг матрицы А будет меньше n, тогда по теореме 7.2 система 11.0 будет иметь нетривиальное решение.
Ну что, записали? Да. Так, ну дальше мы должны будем с вами изучить. Я уже не успею вам. Но тем не менее, вот начало такое я вам дам. Сформулирую теорему, а потом на следующем занятии докажу. Общее решение однородной системы линейных алгебраических уравнений. Далее фундаментальная система решения, это ФСР, так называемая, однородная система линейных алгебраических уравнений. И, значит, суть данного пункта такова. Значит, рассмотрим однородную систему М линейных алгебраических уравнений с N неизвестным. Неизвестный x1, x2, xn. Эта система, ну, как мы уже раньше с вами записывали, это 11,0. Или в матричной форме это будет запись такая, матрица А на x и равняется вектору нулевому, ну, такого вида. Это система 11,0, два штриха. Где А – это матрица размерности М на N, матрица системы 11,0. И главная теорема, которую мы, к сожалению, доказать уже не сможем, но, тем не менее, мы ею воспользуемся на практических занятиях. Значит, теорема 7.3 такая. Если ранг матрицы А равный R меньше, чем N, то однородная система линейных алгебраических уравнений 11,0 имеет n минус r линейно независимых решений. Эти решения будут альфа-1 и так далее, альфа-n минус r. При этом общее решение системы 11,0 имеет такой вид. Альфа-общее однородное, ОО, это есть c1 на альфа-1, плюс и так далее, cn минус r на альфа n минус r, где произвольные постоянные c1 и так далее, cn минус r, это константы, принадлежащие множеству действительных чисел. Значит, 13 – это вот общий вид вид однородного решения системы однородной решения, общее решение однородной системы 11,0. Ну а далее доказательство это в следующий раз. Пожалуйста, можете пока переписывать.
В следующий раз мы с этого начнем. Так, ну на этом мы сегодня заканчиваем. Всех девушек поздравляю с наступающим праздником. Ну, а я с вами на этом прощаюсь. Спасибо, до свидания. Спасибо большое, до свидания. Так, пока. До свидания. Записывайте, да. А напомните, пожалуйста, что такое R? R? Да. Ранг матрицы. R – это число, вот у нас было число не нулевых строк. Когда мы их матрицу упрощали, на R-том шаге у нас появилась матрица, у которой N минус R нулевых, а вот R строк было не нулевые. Ну, сейчас я вам покажу вывод, где мы делали. Вот видите, вот R строк у нас не нулевых, а дальше, если есть решение, они нулевые. Понятно, да? Вот R – это как раз количество ненулевых строк. Да, спасибо. Так, сейчас я вам верну. Пока запишите, а потом будем разбираться.